Готовим слоеное тесто, дрожжевое. Для этого нам нужно мука, сахар, сливочное масло, соль и дрожжи. А для прослойки тоже сливочное масло. Для начала сливочное масло кладем в пакет и раскатываем тонкий пласт. Получается вот так. Отправляем в холодильник на полчаса. В муку добавляем соль и сахар. Перемешиваем. Дрожжи засыпаем в молоко и перемешиваем. Наливаем муку и вымешиваем тесто. Далее тесто вымешиваем руками. Добавляем сливочное масло и продолжаем вымешивать тесто. Вот такое тесто у нас получилось. Кладем в пакет и отправляем в холодильник на полчаса. Достаем тесто из холодильника. И раскатываем.
Раскатываем тесто вот так, кладем сливочное масло. Закрываем. Сейчас раскатываем тесто. Вот так. Складываем и отправляем в холодильник на 30 минут. Достаем тесто из холодильника и раскатываем. Тесто раскатали, складываем. Отправляем в холодильник еще на 30 минут. Но этот процесс мы повторяем еще два раза, каждые 30 минут. Достаем тесто из холодильника. Я два раза уже раскатала, убирала в холодильник. Сейчас раскатываем последний раз.
Раскатали, накрываем пакетиком и убираем в холодильник еще на 1 час. Достаем тесто из холодильника, оно готово к использованию. А если вам сейчас оно не нужно, можно убрать в морозильник и хранить там. Ну а я сейчас из него испеку круассаны. Нарезаю на кусочки. Порезали, а сейчас крутим круассаны. Эти 2 штучки сделаю с начинкой. Выкладываем на противень, смазываем яйцом. Thank you.
Отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 170 градусов. До румяной корочки. Такие круассаны у нас получились. Даем им остыть.